Всем привет! Вчера на наши сервера пришло обновление. Частично визуальное, скажем так, да, и частично игровое. Значит, первое то, что визуальное, это то, что нам в облике добавили новые крылья. Опять-таки, крылья не сетовые, возможно, потом поправят. И кроме крыльев больше ничего не дали. Ну, именно по облику. Ни коня, ничего. То есть, как обычно дают крылья с конем, то сейчас дали только крылья. Крылья дьявола, в принципе, дьявольские крылья, скажем так. В принципе, смотрится неплохо. Но не особо такого что-то шикарного, скажем так. И второе обновление. Обновление уже более актуальное. Это карточки, значит, наши любимые. Дали прорыв на карточках еще один до 21 звезды, да, то есть 21 звезда. Если у вас карточка 18 звезд, да, вы ее можете нажать улучшить, и за 4 карточки просто красных вы ее сможете улучшить, в принципе, прорвать. То есть получается, сейчас мы покажу. Оп, вот здесь у ворот дало плюс 1000. Дальше что у нас? Шанс проточки 5%. 19 несгораемая, и с 19 нужно на 20 и 21 получается апнуть сразу же подряд. То есть если вы дважды по 5% должен пройти шанс. Короче, очень сложно. Некоторые по полмиллиона тратят и не прокачивают, некоторые сразу прокачивают. Ну, шансы такие, так себе, дважды подряд по 5% поймать, это, ну, один из 20 и дважды, причем, ну, очень сложно. Проценты здесь идут 45, если процентный топовый красный. В принципе, это, ну, такие довольно огромный бонус, скажем так, поймать 45%. Но очень сильно разработчики ушли в рандом. Так как 18 звезд рандомим, 21 звезду рандомим, и можем получить крутую карточку, а потом взять, например, как вот здесь вот у меня, да, вот было парирование, все, и в конце минус 200, минус урон. Ну, куда вообще? Бессмысленный. И в итоге, типа, 21 звезда, бессмысленный стат. Вот как-то так. А некоторым, наоборот, все статы галимы, а потом дают плюс 45% криту. Ну, типа, крутяк. Вот, поэтому тут здесь уже начинается полный рандом, и очень много сейчас карточки будут давать буста. В принципе, давали много, но и будут давать еще больше. Вот, это все обновление, которое пришло в этот четверг. В принципе, если кто-то заметил что-то еще, пишите в комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!